Okay, we're here in Athens with Elnur Huseynov, the representative of Azerbaijan. It's your second time in Eurovision. Why did you decide to come back? Просто предложение было поступило с Азербайджана, с телевидения «Нечто мои». И я подумал, в 2008 году я был как я участвовал на конкурсе в дуэте с Амиром. А в этот раз я могу попробовать как сольный артист, и это очень хороший путь, который нужно пройти. So your song is called The Hour of the Wolf. What is the wolf all about? Волк это характеристика, которая, может быть, даже подходит к моим к моей личности. И помимо этого, как бы я несу смысл в этой композиции, также присущий к людям, также присущий к животным. Okay, you cannot say much about your stage presentation, but there is a concept behind it. What would be the message of your stage presentation without revealing anything? Ну, я хочу донести именно смысл самой композиции, и я думаю, концепция постановки будет приближена к смыслу самой композиции. Okay, you recently won The Voice of Turkey. Do you think that the Turkish fans of Eurovision or the Turkish diaspora will help you in the voting in Eurovision in May? Ну, я думаю, это две разные все-таки и два разных конкурса. Ну, может быть, при голосовании каждая страна, каждый человек, я думаю, от себя, если действительно будет голосовать. Ну, я как бы не знаю насчет того, что я не могу сказать, что да, действительно за мной будет стоять арава людей или что-то такого плана. Ну, я думаю, это все будет... Если нравится композиция, и турки могут голосовать, если нравится композиция, и другие страны могут голосовать. Я думаю, важнее всего все, что будет происходить на сцене для меня. What were the first thoughts when you heard the song? And they told you that with this song you will perform in Eurovision. Мне было предоставлено пару композиций, и из этих композиций, конечно, отобрал вот эту композицию. Да, доправки были сделаны в плане текста, в плане смысла, и композиция была отобрана так. Okay. Besides an artist, we know you from Eurovision 2008. How would you describe yourself? How would you describe Elnur? Я думаю, это не мне нужно вопрос задавать, а задавать людям, которые будут смотреть, будут голосовать, и их мнение, я думаю, нужно спросить у них. Но я думаю, чтобы узнать хотя бы кусочек меня, нужно послушать мою композицию и смысл всей композиции, который присутствует, опять же, в этой песне. Это кусочек меня, а остальное я люблю... Я более закрытый человек, я не люблю открываться перед экраном максимально, кем я являюсь, кто мои друзья, как я живу. Это уже мое личное, честно говоря. So, besides doing projects like Eurovision or The Voice, you also do projects and concerts for other purposes. For charity and for animal protection. Can you tell us a bit more about this? Да, у нас мы, как можно сказать, маленькая группировка друзей, и мы стараемся в любой стране, где бы ни были проблемы с животными, помочь самому или же, например, собраться, сделать какой-то концерт. И те деньги, которые мы собираем, мы помогаем бездомным животным. Это уходят деньги на операцию, на еду, на самодельные домики. Okay, is anyone close to you, family, friend, coming to Vienna to support you? Ну, я думаю, друзья, мои близкие друзья будут рядом, но семью я не хотел бы, конечно, тревожить из-за конкурса. И это, я думаю, даже даст мне больше переживаний на сцене. Поэтому, я думаю, даже учитывая профессиональность этого конкурса, стоит даже просто сидеть и смотреть с экрана. Okay, you know that Eurovision is one of the most gay-friendly events in Europe. Do you count on the support of the gay community?
Ну, конечно, я рассчитываю на любую поддержку. И голосовать могут как геи, как лесбиянки, как все разные люди в разного стиля жизни. Конечно же. One last question. If you were invited to a Pride concert, would you go and perform? Учитывая, что я артист, я могу выступать на любой сцене, и заказчиками могут быть любые люди. Самое главное, конечно же, какая сцена и где выступать, это тоже очень важно. You are competing to Eurovision. Why should I vote for you? Потому что я думаю, те люди, которые действительно понимают, о чем идет речь в этой композиции, если они тоже борются за все чистое и за добро, чтобы творить на земле, я думаю, тогда они должны меня поддержать. Okay, thank you very much, and we wish you all the best. See you in Vienna, okay?